На конкурс дети читают стихи. Для лабиринт.ру. Хлюстов Захар, 11 лет, Волгоградская область, рабочий поселок Иловля. Павел Шубин, разведчик. Он здесь упал. На солнце золотая сосна стояла. Рядом, в трех шагах, горячим ртом морозный снег глотая, он к ней подполз, рывками, на локтях, к ее коре сухой, по лисье рыжей, щекой прижался, бледен, полужив. Потом он сел, и на сугробе лыжи перед собой крест-накрест положил. И два тяжелых диска автоматных на них пристроил и закрыл глаза. И белый наск в зеленых, зыбких пятнах пополз сквозь тьму в беспамятство скользя. Заснуть, заснуть, ценою жизни целой купить минуту сна. Но он поднял замерзшим пальцем века и в прицеле увидел в глубину пространства дня. И в нем себя бегущего лесами. Нет, не от смерти, нет. Но если смерть, он вновь непримиримыми глазами до смерти будет ей в лицо смотреть. А там, в снегу, бежит, петляет лыжи, и ясный день так солнечен и тих, что как-то вдруг непоправимо лишне враги мелькнули в соснах золотых. О, у него терпения хватило. Он выждал их и подпустил в упор, и автомата яростная сила вступила в целый полусотни спор. Он не спешил, отрывисто и скупо свистел свилет его очередей. И падали в халатах белых трупы, похожие на птиц и на людей. Его убили выстрелом в затылок. И ночь прошла. У раненой сосны он так лежал, как будто видел сны. Ясная заря над ним сходила, круг головы сугробы прожигая. Горел в снегу кровавый ореол. Вольный день встречал, и как орел глядел на солнце прямо, не мигая.